Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать в пресс-центре информационного агентства России ТАСС. Во-первых, я приношу извинения за небольшую задержку начала пресс-конференции. Ну и поговорим сегодня о музыкальном фестивале «Дорогами Просека», который пройдет в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны». Главные концерты фестиваля пройдут в итальянских городах, в каких сейчас узнаем. И, конечно, поговорим о программе фестиваля, кто примет участие, какие сюрпризы ожидают гостей. Поговорим прямо сейчас, позвольте представить президиум пресс-конференции. Художественный руководитель и главный дирижер камерного ансамбля «Солисты Москвы», народный артист СССР, альтист, художественный руководитель Международного музыкального фестиваля «Дорогами Просека» Юрий Башмет. Юрий Абрамович, вновь рада приветствовать вас в наших стенах. Также представляю генерального директора Русского концертного агентства, исполнительный директор фестиваля «Дорогами Просека» Дмитрий Гринченко. И присутствует на нашей пресс-конференции генеральный директор Росконцерта Алексей Лебедев. Господа, рады всех видеть. Ну, вот такой игристый фестиваль нас ожидает в великолепной стране. Конечно, представляю, какой это будет обворожительный микс классической музыки и того атмосферного настроения, которое нам может подарить Италия. Я напомню, что 2018 год как раз русский сезон проводят в Италии. Колоссальное количество мероприятий уже прошло, еще запланировано и состоится до конца года. Несколько сотен. Это одно из таких тоже знаковых событий. Давайте поговорим чуть поподробнее. Юрий Абрамович, ну позвольте вас потревожить первым. Я вам дам чуть попозже выпить кофе. Извините, что я вас так оторвала. Ну, конечно, основная информация ждем от вас. Какова программа, чуть подробнее нам тоже еще Дмитрий Владимирович потом добавит. Ну и вообще Италия прекрасна всегда. Что вы ожидаете от этого мероприятия? Пожалуйста, вам слово. Да. Ну, хочу, во-первых, всех поприветствовать. Тоже извинения за опоздание. Значит, фестиваль в городе Конильяно, он находится в 40 километрах от Венеции. И там, правда, жарко всегда бывает. Вот у нас уже в этом году будет 6-й фестиваль. Связь с Италией, культурные связи у нас многолетние. Очень много лет. У меня еще есть фестиваль на острове Эльба, в театре, который горожане подарили Наполеону в свое время. Ему гораздо больше лет, фестивалю. Но сейчас замечательно вот что. Мы вписались уже в готовом проекте, который уже на полном ходу, вписались в год России и Италии, и это окрашивает и улучшает ситуацию. Больше внимания будет к фестивалю. И программа очень связана именно с этим годом. Программа фестиваля на городе Конильяно, Просекко. Так сразу я вам хочу сказать, что это действительно родина Просекко. Его там днем почему-то местное население употребляет. Это хорошее шампанское. Вот. Предыдущий мэр пообещал мне в следующем году, но он теперь не мэр, так что это вряд ли состоится. Он там есть. Это очень хорошо сохранившийся, старенький, очень красивый город. И там в центре у оперного театра, фонтан. Он мне пообещал, что теперь в фонтане будет не вода, а просекко. То есть все проходящие мимо могут... Действительно. Значит, прохладитель... Но потом его не выбрали, так что сейчас я не знаю, как будет с этим фонтаном. Но у нас программа очень интересная. Она, с одной стороны, очень невероятно необычная, потому что есть произведения, которые крайне редко исполняются и практически никем не записаны. Например, Бетховен-Малер квартет, который называется «Серьёза». То есть Малер сделал переложение для камерного оркестра. Довольно много лет назад в Москве
как раз я эти ноты полу каким-то шпионским образом достал, и в Москве была премьера моим коллективом солиста Москвы, так же, как и Шуберт, Малер, «Смерть и девушка». Это было в одном концерте. Но у нас это произведение репертуарное, а для итальянского фестиваля это 100% будет премьера. Вот. Ну, дальше интересные соединения у нас с итальянцами. Это многолетняя дружба. Массимо Мерчелли, прекрасный флейтист, играющий на деревянной флейте, а не на золотой. Значит, это флейта сделана из ножки старинного стола, там, столетнего. Ну и вот, поэтому, ну, звук неподражаемый, он отличается. Он очень известный человек в Италии. И в данном случае мы с ним договорились, будет мировая премьера, ему посвященное произведение для флейты и арфы. Ну вот фамилия Гальяно, композитора. Я еще ноты не видел, но он очень серьезный музыкант, я имею в виду флейтист Массимо. И для него пишут произведения, ну, самые сегодня лучшие, что ли, композиторы. Он играет и Губайдулину, и играет Пендерецкого, и так далее. В общем, и так что я верю его вкусу. Но встретимся мы с этим произведением на месте. Будем учить, репетировать. Везем нашу звездочку из... Мы ее в свое время обнаружили. Как вы знаете, мы устраиваем конкурсы прослушивания по всей стране для Всероссийского юношеского оркестра. Вот в данный момент мы как раз находимся в этом процессе и уже прослушали более 600 молодых музыкантов в разных городах. Но мы еще осталось несколько городов. Один. Москва. Ну да, будет самый, наверное. Ну, это очень удобно для этих конкурсов, поскольку мы оказываемся, допустим, в Хабаровске на фестивале, и туда подтягиваются близлежащие города. Ну, это так, по их понятиям, близлежащие. То есть из Владивостока, например, легче лететь в Хабаровск ближе, чем в Москву на прослушивание. Таким образом, вот... Нам удается, у нас ротация в этом коллективе, поэтому раз в два года мы проводим, считайте, всероссийский серьезный конкурс. Это очень хорошее дело, потому что у детей появляется цель. Они готовятся к этому конкурсу. Есть цель, стимул, родители помогают, счастливы, педагоги счастливы. Есть цель. Я помню по себе, пока не было цели, я, в общем, любил только Битлз. Для мамы ходил в школу, играл на скрипочке. Вот такая у меня была история. И сейчас мы видим, как это важно, и у нас с талантами голода нет. Но появляются иногда просто потрясающие подростки, молодые музыканты. И вот одну такую девушку мы берем в Канильяно. Мы ее когда-то обнаружили пару лет назад. Она вообще из Барнаула. Но сейчас уже в Москве учится, правильно? Да, Ценча. Ну вот она участвовала в сборном концерте в новогоднем, потом с юношеским оркестром. Она уже себя показала. Будем делиться, показывать нашу... Таланты. У нее, по-моему, огромное будущее. С каким она инструментом? На скрипке. Ну, она идеально играла на прослушивании, просто можно было записать и продавать. И поехать. CD. Да, просто непонятно. То есть потом мне объяснили, чуть ли не ее отец, да, сам педагог. Нет? Нет. Ну что, как в Барнауле вдруг такое качество на уровне... консерваторской, Московской консерватории, причем не первого курса.
Но у нас есть таких несколько человек. Вот в данном случае приглашаем ее, как ее фамилия? Валерия Абрамова. Да, Валерия Абрамова. Ну вот, там и интересно, что в одном из концертов мы в связи с этими рукопожатиями России и Италии, культурами в данном случае, мы объединим два камерных ансамбля. Это будут солисты Москвы и солисты Венеции. У них есть камерный оркестр, вот мы объединим, и получится один двойной такой оркестр. Это тоже, естественно, будет звучать Вивальди. Понятно, это как у нас, ну, Чайковский, ну, для них. Вот, что я еще не сказал, такое из важного. Ну, вот, мне, я исполню знаменитую концертную симфонию Моцарта с солистом-итальянцем. То есть это для скрипки и альта. Вот, будет скрипач итальянец, а я россиянин на альте. Гайден. У нас там за эти годы сложились прекрасные отношения с местным хором, который даже мы привозили в Москву и привозили в Сочи на фестиваль. Очень хороший хор. Это люди, он не профессиональный. Это люди, работающие в разных местах и по вечерам для удовольствия встречаются и музицируют с профессиональным дирижером. И там очень интересно, несколько лет тому в Италии произошла история, прекратилось финансирование по всей стране. Всех хоров. Всех хоров, да. Оно и выиграли непрофессионально. Они как были, так и остались, значит, понимаете? И продолжают. Но непрофессионально это не значит, что плохо. Они прекрасно поют. У нас были с ними и премьеры Бодрова, как Глория Месса. Вот, и, естественно, там у нас и Шубертом Месса была, и Вивальди, по-моему. Ну, за эти годы. В общем, они будут, они местные, они там живут. Вот мы опять встречаемся, я очень рад этому обстоятельству. Концертов немного, 4. Вот для них будет еще премьера Свиридова, это вообще мало кто знает. Камерную симфонию Свиридова. Он ее где-то в конце войны написал, в 43-м, по-моему, в 44-м. И она не исполнялась. А потом, после его смерти, вдова нашла меня и, в общем, сказала, что у него была мечта, чтобы мы играли и записали. Это у нас записано. И где бы мы ни играли, это пользуется, это свежая, это незнакомая музыка, но она очень глубокая, яркая. Ну, конечно, у нас эти премьеры уже состоялись, есть в записи. Ну, вот там они это тоже, конечно, не слышали. Теперь в той же Венеции есть конкурс скрипичный, и собираются в рамках нашего фестиваля собирается 5 первых премий за годы существования этого конкурса. И для них специально Козьма Бодров пишет вариации, точнее, 5 отражений на тему 24-го каприса Паганини. То есть вот они все выйдут и будут, это будет мировая премьера. Вот это забавно, потому что, ну, считайте, что Венеция, ну, в 40 километрах, поэтому это местные люди. Но 5 первых премий собрать, чтобы они все вместе играли, замечательно, на тему их Паганини. Ну, 24-й каприз самый знаменитый, самый популярный. Вивальди, Гайден, Гумель, это будет исполнять наш неповторимый Сергей Накаряков на трубе.
А Гумель много писал для медных инструментов. Ну вот, замечательно. Это будет в последнем концерте, в закрытии, да. Вот теперь у нас есть совершенно потрясающая, не так давно мы с ней начали работать, Екатерина Мочалова. Она домбристка, на домбре играет. Где сейчас был? Нет, в Хабаровске. В Хабаровске, да. Где я сейчас был? А? Где я сейчас был? А потому что то, еще... Ну, конечно. Еще Ярославль был фестиваль, они прям подряд получились. Вот, но это... Вы знаете, это производит огромное впечатление. Это очаровательная женщина, архи-виртуоз и очень музыкальная. И я думаю, что это большой подарок для фестиваля, и будет шок у итальянцев. Ну вот, есть несколько вещей, которые я играл, потом не играл, и они мне очень нравятся. Это Эндрю Лолошвили «Адажио» для альта и струнных. Это я когда-то много играл, вот сейчас возвращаюсь. Так же, как и к Рафильсону. Это, по-моему, в первом, да, где-то? «Адажио», да. То есть сам тоже буду на альте играть. Вот на популярную тему, вот это я, вот это, видимо, на месте буду репетировать, поэтому не знаю, вот это что. Хэппи-бёрзды мы просто решили. А. Не ну да, это программа. У нас есть целый сборник на тему хэппи-бёрзды. Мы название поменяли. Поэтому сейчас не. Это в разных стилях на тему хэппи-бёрзды. То есть, а что значит не в стилях, а в подражании музыкального языка и стиля композитора. То есть там есть в стиле Дворжика, в стиле Моцарта, Баха, ну, Брамса, а все на ту же тему. Это довольно забавный вот такой опус. Их много. И отдельно мы играем эти вещи на бис. Ну, когда юбилей какой-нибудь, или в городе, или например, где-то пришла довольно пожилая пара, это гениально, отпраздновать свое 50-летие своей свадьбы. Так они решили так отметить это 50-летие. Купили 8 билетов для гостей своих, ну и для себя, и вошли в зал. Но потом объявили, что... Может, ты город вспомнишь? Екатеринбург. Нет, Мали. Рядом. Рядом, да. В каком-то таком атомном, что ли? Нет. Нет? В общем, городок маленький, но недалеко от Екатеринбурга. Но вы видели бы это счастье, вообще, как они придумали отметить 50-летие свадьбы концертом, пригласив своих гостей. И, естественно, потом был банкет у них. Но когда я спросил, а как они выглядят, мне показали прям букет цветов. Просил, а эта женщина в возрасте, она как Яшин прыжком поймала этот букет, там восторг был невероятный. Вот, ну, значит, это я просто не узнал, как написано. Вот в целом, значит, показываем нашу музыку и шедевры, и будет, конечно, Чайковский серенада для струнных, знаменитая. Шедевр Моцарта с итальянцем, Вивальди, камерный ансамбль, художественный люди. Это что за... Это вы. Я знаю, но святителя Иоанна, мистер Брэвис. Не знаю. Да. Сен-Санс Валерия Абрамова, интродукция, это замечательно. Шостакович, Гальяна, мировая премьера, Хельсон, прекрасная даже. Бетховен, Малер, для них премьера. Ну, в общем, позавидуем на расстоянии тем, кто сможет попасть на эти дни. Я напомню, что с 21 по 24 июня в городах Конильяно и Витторио Венето состоятся концерты. Дмитрий Владимирович, есть что добавить? Все-таки, на самом деле, конечно, итальянцы в этом в плане
принимание классических российских исполнителей, конечно, очень благодарны, собственно говоря, и это взаимно. И даже в маленьких городах, которые не очень на слуху, я уверена, что будут толпы. Как в организационном плане, так как вы организатор, как в организационном плане были ли какие-то сложности? Все-таки на какую посещаемость рассчитываете по количеству? Ну, сложности в нашей жизни всегда есть. Но когда 7 лет назад искали какое-то место в Италии, где можно было бы запустить новый фестиваль, как раз основная задача была найти место, где сами жители региона, небольшой области, хотели бы, чтобы у них подобный фестиваль был. Вот до появления фестиваля Юрия Абрамовича в Конильяно и в регионе Просека такого масштаба фестиваля ежегодного не было. Поэтому они к нему относятся невероятно трепетно. Ждут. Все ждут весь год. И, в принципе, Юрий Абрамович подробно про программу рассказал, но основная задача фестиваля – это быть неким местом, объединяющим музыкальные культуры России и Италии. И это с самого первого фестиваля эта идея воплощается. Вот в этом году, в том числе благодаря тому, что фестиваль пройдет в рамках русских сезонов, эта идея максимально свое воплощение проявило, и совместный концерт двух коллективов, и выступление солистов Москвы с хором итальянским, и 5 солистов, которые с солистами Москвы будут играть премьеру мировую, и так далее. Вот дальше, в принципе, есть идея, чтобы это было место ежегодное, которое культуры музыкальные двух стран очень богатые, исторические и актуальные, современные сегодня, и Италия, и Россия, наверное, там два из 3-4 мировых лидеров в области академической музыки могли взаимодействовать и развиваться. Ну вот. А по аншлагам, да, в принципе, если посмотреть фотографии с концертов фестивалей прошлых лет, это везде проходит с огромным ажиотажем, интересом, вниманием и так далее. Это будет на закрытой площадке или под открытым небом? Нет, как раз в этом году у нас аж 3 концерта пройдут на открытом воздухе. Это тоже была одна из идей фестиваля с самого начала, чтобы концерты проходили не в театрах и залах, где существуют обычные музыкальные сезоны, а чтобы они проходили в каких-то очень красивых местах, потому что сам регион – это небольшие города, но имеющие большое историческое значение для Италии 12, 13, 11 века. И что-то проходит в замках, что-то проходит на площадях. Это концерты, которые проходят всегда в таких очень красивых, исторических, необычных местах. Благодарю вас. Алексей Николаевич, ну, естественно, к вам вопрос в целом по русским сезонам. В самом разгаре, я так понимаю, фестиваль и год 2018, который в Италии. Как я уже сказала в самом начале, несколько сотен мероприятий запланировано. Чуть-чуть нам, ну, такие предварительные итоги полугодовые, скажем так, подведите. Ну и что еще ожидает именно по русским сезонам в рамках? Спасибо большое, уважаемые коллеги. В первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что сегодня вы нашли время и присутствуете на нашей пресс-конференции, потому что сегодня большой день для нашей страны, и все внимание, конечно, приковано к большому футболу. Хотя, как показывает практика и вчерашний потрясающий концерт на Красной площади, даже футбол не обходится без культуры. Поэтому спасибо большое. Да, еще сегодня, Юрий Абрамович, Дмитрий Владимирович, и не только в Москве. Да, так как нам со вчерашнего дня разрешили, давайте я 5 копеек добавлю. Церемония открытия начнется с выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Абрамовича Башмета с солистом Даниилом Трифоновым. Это теперь уже не секрет, это будет как раз начало открытия чемпионата мира по футболу. Поэтому мы отсюда поедем уже в Лужники. Леш, прости. Да, Алексей. На репетиции. Спасибо. А то, что касается цифр. Безусловно, на сегодняшний день можно сказать, что проект «Русские сезоны» полностью сформировался и приобрел те международные масштабы, которые и возлагались на него. На сегодняшний день у нас
запланировано 310 мероприятий в 74 городах Италии. За прошедшие полгода мероприятие русских сезонов посетило уже более миллиона итальянских зрителей. Мероприятия прошли в 25 городах, и это порядка 45-46 мероприятий. Но все самое интересное, конечно же, начинается сейчас и будет продолжаться осенью и зимой. Я напомню, что русские сезоны открылись потрясающим концертом маэстро Гергиева в Риме, в Академии Санта Чичилия. И раз уж мы сегодня говорим о поддержке молодых исполнителей, надо сказать, что и проект «Русские сезоны» тоже поддерживает очень много мероприятий с участием молодых художников, молодых музыкантов. Как пример могу привести потрясающую выставку, которая до сих пор еще не вернулась из Италии. Это выставка учеников Академии вояния и живописи Ильи Глазунова. Открыли мы ее в марте в Риме, и, собственно, в апреле планировали ее возвращение уже домой. Но после этого итальянская публика попросила продлить эту выставку. Она простояла еще целый месяц в Генуе и сейчас отправляется в Сан-Ремо. То есть, вернется ли вообще в этом году, это вопрос. Но это те приятные моменты, которые мы понимаем, что нашу работу оценивают. И оценивают та аудитория, на которую она нацелена, собственно, итальянские зрители. Очень много интересных ключевых мероприятий. Конечно, одно из самых громких мероприятий – это фестиваль «Дорогами Просекко» и участие Юрия Абрамовича. У нас есть не только музыка, не только выставки. Сейчас мы готовим, на мой взгляд, феноменальную вещь в выступление ледового шоу Илья Вербуха, Ромео и Джульетта в Вероне на стадионе Арена ди Верона. Это потрясающий колизей, который был построен в первом веке нашей эры. И это тоже одна из изюминок русских сезонов. А вообще всех приглашаю посетить наш сайт и посмотреть программу. Мероприятий очень много, разножанровых и интересных. Спасибо. Ну и чуть-чуть, несколько слов попрошу вас сказать все-таки о той самой стратегии, о той самой важности развития российско-итальянских отношений. Понятно, что и так мы очень дружны с Италией, колоссальное количество мероприятий проходит на самом высоком уровне. И все-таки вот русские сезоны... Понятно, что в этом году много будет, ну, значительное количество мероприятий будет это увеличено, но все-таки вот развитие российско-итальянских культурных отношений с помощью русских сезонов, оно способствует, ну, как бы увеличению развития и такому вот, ну, масштабированию наших плотных отношений, экономическому и так далее. Я думаю, что да. И здесь далеко ходить за примером не нужно. Как вы знаете, проект «Русские сезоны» стартовал в прошлом году и стартовал в Японии. У нас было чуть больше половина календарного года на проведение тех мероприятий, которые были запланированы и проведены. И масштаб русских сезонов в Японии был тоже достаточно хорош. Это 42 японских города, порядка 200 мероприятий. А я считаю, что самым главным результатом проведения русских сезонов в Японии является то, что впервые за долгие российско-японские отношения этот год объявлен официально годом России и Японии. И открытие вот буквально несколько недель назад, открытие года Японии в России было в Большом театре, и премьер-министр господин Абе в своей речи сказал о том, что он был на открытии русских сезонов в Японии, и он сказал, что я присутствовал в Токио на открытии русских сезонов, открывали мы балетом Большого театра, а сейчас он стоит на сцене Большого театра и открывает год Японии в России. Поэтому... Наверное, результаты есть. Мы ожидаем чего-то подобного и большего, наверное, в отношениях с Италией. И это уже будет происходить и происходит в этом году, потому что в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 15 по 17 ноября в городе Санкт-Петербург, у нас будет очень большая делегация из Италии. Италия – страна-гость питерского форума. И достаточно большое количество мероприятий, которые покажут гостям форума итальянскую культуру. Благодарю. Спасибо большое. Коллеги, есть ли вопросы по дорогам? Да, пожалуйста, информационное агентство ТАСС.
Добрый день, агентство ТАСС, Силкина Анастасия. Вопрос не по дорогам Просека, а про футбол, конечно же, потому что сегодня открывается турнир. Юрий Абрамович, планируете ли вы посетить какие-то матчи? Будете ли болеть за нашу сборную и вообще верите ли в ее успех? Ну, не только за нашу, может, есть у вас кто-то еще из любимчиков? Я, конечно, буду болеть, я уже болею. Но и мы все надеемся на чудо, потому что это, конечно, не самое сильное, так сказать, наша сторона. У нас есть хоккей, да, футбол вырастет, это тоже очевидно. Но, вы знаете, теперь я не имею права говорить что-либо отрицательное, потому что если человек живет в своей стране, он не может не болеть. Вот поэтому, тем более сейчас я еще посол футбола, да? Да. Посол. Потом, кроме этого, меня заставили позавчера ударить по мячу. Попали? Это будет показано. Вот. Я этого в жизни не делал. Я в детстве играл в хоккей немножко. А его, оказывается, очень трудно остановить мяч. А потом, пока размахиваешься, ветер сдувает. И он уходит от того места, по которому надо. Это вы сейчас оправдываете футболистов? Да. Нет, но они не играют на деревянных подмостках, они играют все-таки на поле, на траве, он так не прыгает сильно. Вот. Мне кажется, что да, в конце концов удалось мне ударить, то есть и остановить, и ударить. Ваш вопрос. Я бы хотел вообще, чтобы весь мир содрогнулся, и чтобы мы выиграли. Чтобы мы не только прошли в 1/8 или в 1/4. Но, понимаете, это мечта. Как говорится, бойся, мечта может свершиться. Тогда будет катастрофа. Какие матчи хотели бы посмотреть? Да при вашем графике, конечно. Я бы хотел смотреть именно с матч именно во множественном числе с нашей командой. Матчи. Не хотите нам, да? По-дипломатически уходите от ответа, за кого еще хотели бы поболеть. Ну, вообще, ваш фаворит помимо нашей страны. Кто думаете? Да. Нет, у меня есть наша команда. А не секрет, какое вы произведение? А это открытие, это фортепианный концерт Чайковского. Недолго, но там все это сделано очень красиво. И мы вообще находимся на понтоне. Вот так все. Ну, эти дети-то хотя бы сидят, а я еще стою без поддержки на высоком подмостке, и это все, особенно если катер мимо проплывет. Сегодня не будет ничего плавать. Сегодня не будет. О, Дмитрий Владимирович, как то, что уже, авторитетно заявил. Но то, что уже было снято, там в это время плавало, поэтому на воде. Это на мы воде. Как на острове таком. Ой. Не в кустах. Рояль. То с нами. Добавьте микрофон. 17:30 все увидят. С этого начинается, правда? Что ж все секреты выдавать? Чуть-чуть интригу сохраним. У вас вопрос, пожалуйста. К микрофону, пожалуйста. Не про футбол. Да вы что? К микрофону. Давайте. Вопрос не про футбол. Юрий Абрамович, скажите, пожалуйста, а как вам пришла в голову идея такого фестиваля «Рома Просека»? Италия, в принципе, очень музыкальная страна, очень много фестивалей. На той же арене Верона оперный фестиваль начинается весной, заканчивается осенью. И как вам удается поддерживать интерес к этому фестивалю, потому что он, судя по всему, уже 6-й раз? Спасибо. Идея? Вы знаете, это и в нашей стране, и где угодно. Если люди предлагают, и таким образом они хотят, то есть у них есть желание, то мне заранее самому становится интересно, поскольку тогда можно творческие проекты легче продвигать, предлагать и готовить, а не уговаривать их, а давайте-ка мы к вам приедем и будем делать фестиваль. То есть это, кстати, родина не только Просекко, а там еще и тирамису.
Ладно, а просека будет на фестивале? Ну, конечно, будет. Конечно, будет. Но, как я поняла, Дмитрий Владимирович, если я правильно поняла, то был запрос от, в основном от итальянской стороны на проведение такого фестиваля. То есть это было их желание, в том числе. Не российская сторона предлагала, давайте проведем. Интерес исходил с их, ну и просто так сложились. Ну, если конкретно на этот вопрос. Да. Италия действительно музыкальной культурой довольно богатой обладает. И нам казалось, когда мы обсуждали какое-то новое место, что во всех... как минимум достаточно известных исторических городах, уже свои фестивали есть. Выяснилось, что в Просекко фестиваля музыкального не было. И когда наш итальянец, друг, с которым мы разговаривали, предложил подумать по поводу Просекко, я говорю, а это что, место? Я всегда был уверен, что это просто название, что вот место как место территориального нету. Это всего из аэропорта Венеции ехать 25 минут, это самое начало предгорья. Там свежий воздух, когда в Венеции палящее солнце. И действительно, в этих городах, важных для Италии, и исторически, и сегодня, до сих пор не было музыкального фестиваля. Нужно понимать, что, например, в Витторио Венето был подписан договор о прекращении Первой мировой войны. Италия победила в Первой мировой войне Австрию как раз в Витторио Венето. И у них вот это главный центр был, когда сейчас было столетие Первой мировой войны. И так далее. Поэтому это было и их желание тоже. И это было очень важно с самого начала, чтобы мы не приходили разбрасывать силы и творческие, и не только творческие, а потом все умирало само собой. Важно было, чтобы итальянцы тоже хотели с самого начала, чтобы этот фестиваль не был. Вот так все сложилось. Поэтому уже 6-й год. И Венето. Да, да. Вино, да, само собой. Нет, нет, там прекрасное вино. Венето. Это оркестр, с которым я... Мне такая честь выпала, я дирижировал. А это была последняя официальная запись Святослава Теофиловича Рихтера. И там в этой записи два концерта Баха и один Моцарта. То есть... Оркестр-то, мы тогда сделали турне, 5 концертов, чтобы не специально в студии записывать. Вот 5 концертов с этой программой, потом выбрали, где было наиболее удачно. В общем, у меня с ними еще связана вот такая линия. Да, прошу вас, ваш вопрос. Здравствуйте, Марина Семина, Радио Орфей. У меня вопрос будет к Юрию Абрамовичу, конкретно по фестивалю. Из такой обширной, разнообразной, очень интересной программы, какие из номеров или, может быть, отдельных выступлений вот лично для вас имеют какое-то особое значение? Ну, спасибо. Я болен в смысле, у меня в сезоне обязательно случаются несколько премьер. Вот это мне очень интересно. Это и в Сочи всегда у нас, по-моему, в одном концерте было 3 премьеры мировые. Это я все время жду, когда появится опять Шнитке концерт, или Стикс Кончели, или Губайдулиной. Я все время жду. Ну, в общем, кто-то так подбирается. Но для этого надо, чтобы был интерес у композиторов молодых. А у них он будет тогда, когда они поймут, что, в общем, есть кто-то, кто этим увлечен, кто исполняет современную музыку. И как мне еще посоветовал давно Ростропович, похвалив меня, говорит, молодец, что ты столько играешь написанных для тебя произведений. Я, говорит, тоже все играю, но на каждые 10 произведений будет как минимум 3 очень мастер-пьес профессиональные, а может быть появится и гениальный в каждой десятке. Вот. Поэтому надо все играть. И приходится, и это очень интересно. Вот это главная моя тема. Особенно с таким образом я жду вот то, что будет премьерой. Хотя бы встреча с Накоряковым, это потрясающий виртуоз наш, вы знаете его, да? Ну, потрясающий, лучший в мире, безусловно. Ну вот, скорее всего, вообще здесь встреча с любым произведением, это шедевры. И вот жду от Бодрова для 5 скрипок, потому что с ним у нас уже
связано много. Спектакль с Хабенским «Маленький принц» – это музыка Бодрова. То есть он называется «Не покидай свою планету» спектакль. А Бодров для меня написал очень хороший альтовый концерт. Премьера была в Сочи, затем исполнили в Казани. В Москве. Подправили немножко вместе, совместно. И, наконец, в Москве вот был это фестиваль назывался как-то. Союза композиторов. Союза композиторов, да. Вот, и вот так получается, что из всех премьер какие-то выживают. Ну, то есть не все становятся репертуарными. Вот исполнили, но не все становятся репертуарными. Однако я должен отметить, что наш слушатель, наш вообще, всей страны, очень открыт к неизвестному. Вот есть какие-то вещи, например, Гандай, японский композитор. Пожалуй, сейчас сегодня такой самый популярный, что ли, в Японии, самый известный. Ну вот, он тоже концерт для меня, для альта, тоже с юношеским оркестром, была премьера в Сочи. Вот я не до конца понял, потому что все в таких скоростях, объем невероятный. Но 100% это произведение понравилось всем женщинам. А вот мужчины, кому-то понравилось, кому-то нет. Ну вот все, кто подходили, они говорят, ну это какой-то космос. Ну вот, он от радости там загулял. Мы его не видели, причем композитора, причем где-то двое суток. А потом сменил веру. Вот это да. И вообще он теперь Арсений. Переименовался. Ну, это... ну да ладно, пусть будет тема для следующего. Но он написал, но зато вот был мой конкурс очередной, международный, в Москве, альтовый. И мы ему заказали спецпроизведение для конкурса. Он приехал, очень хорошая пьеса, был членом жюри. Так что мы опять виделись, и он еще раз вот, уже для конкурса написал. Но таких историй очень много разных. Но вот меня интересует очень пример. Благодарю вас. Еще вопрос? Евгения Коробкова, «Комсомольская правда». У меня, наверное, дурацкий вопрос, и он касается домры. Вообще, Юрий Абрамович, большое спасибо, что вы популяризируете народные инструменты, в частности, домру. И у меня вопрос, что вы вообще думаете о домре, о будущем народных инструментов? И вот сейчас вы же работаете с молодыми, вы знаете, есть ли интерес среди молодых к народным инструментам? Сочиняется ли какая-то музыка? Может быть, у вас есть идеи как-то популяризировать, вот в частности, домру, например, навесить на нее четвертую струну, чтобы можно было альтовый репертуар играть? Ну, вот как-то так. Есть альтовая домра. Есть, да. Ну, во-первых, вы знаете, совсем недавно была премьера Александра Чайковского для сборного оркестра, то есть симфонический оркестр и народный одновременно. И идея наша была слово о полку Игореве. И читал Ефремов очень хорошо, правда, охрип, там что-то, но в Москве. Вот сочетание звучания двух этих оркестров, особенно когда у меня за спиной вдруг в пиано появилась эта краска, когда они все тихенько, значит, а я эту же ноту тяну. Вот этого пока, это совершенно новое, там такие краски появляются. И я считаю, что это никуда не денется, так же, как и классическая музыка, так и народная и оркестр народных инструментов. А вот то, о чем я говорил, о выступлении вот этой девушки, как ее сейчас еще раз? Катя. Катя, да. А это просто, это уже звездочка, потому что у нас скрипачей много, но все-таки не все же Ойстрахи или Третьяковы, или Спиваковы, понимаете? Не все. Есть очень хорошие профессионалы, но вот они и в оркестрах играют, а солистами становятся, и карьера получается.
это уже судьба. Вот именно у таких ярких виртуозов, вот как вот эта домбристка. То есть это всегда будет, оно никуда не денется. И классика будет, и народный инструмент, и музыка. Никуда не денется. Благодарю. Еще вопрос, коллеги? Но если вопросов больше нет, позвольте поблагодарить всех участников пресс-конференции. Напомню, что фестиваль «Дорогами Просека» пройдет с 21 по 24 июня в Италии. Продолжаем следить за программой русских сезонов. Ждем вас снова в пресс-центре ТАСС. Всем огромное спасибо. Пресс-конференция окончена. Что-то мне все время кто-то звонит.